Дорогие мои везунчики, рада приветствовать вас на канале Dream Masters. И сегодня я с вами хочу поговорить о пряже от Лана Гата, обсудить этот бренд. Очень много у меня проектов из пряжи от этого замечательного производителя. Конечно, мы поговорим только о некоторых аспектах, о некоторых линейках, коих великое множество. Ну, а прежде я вас призываю, так как на территории России половина зрителей находится у меня именно на территории России, а 50 других процентов делят разные страны мира, я призываю вас подписаться на мой телеграм-канал, который я веду очень активно. И если постепенно замедлит YouTube, то вы знаете, что я в телеграм. Конечно же, я последнее время копирую также на Дзен видео, просто их туда перезаливаю. И если все будет развиваться по самому негативному сценарию, постепенно займусь тем, что все свои видео, многочисленные мастер-классы, достойные, которые мне больше всего нравятся, я тоже все на Дзен буду постепенно заливать. В этом обзоре я хочу ответить на много-много ваших вопросов. Давайте сначала поговорим о летнем ассортименте Лана Гата, который мне очень нравится. Мы с вами связали шикарный топ из льна, вот этой пряжи шнурковой, которая называется Glossy. Здесь удивительный состав, очень красивая палитра, экономичный расход. У меня совсем немного пряжи ушло на топ. Ссылку на мастер-класс по этому топу крючком, сейчас я вам его быстренько покажу, я оставлю в описании под видео. Обратите внимание на эту пряжу. Современная шнурковая нежная-нежная текстура. Классный состав. Бесплатный подробный мастер-класс. Топ очень красивый. 145 метров в 50 граммах. То есть вам 300 грамм достаточно на топ. Спицы крючок номер 5. Но, конечно же, все зависит от вашей плотности вязания. Что здорово, это состав. Это лен с вискозой. 65 лен, 35 вискоза. Вы знаете, обычно я уже просто с лета понимаю, какой состав пряжи, но в этой пряже сложно было догадаться, что здесь столько льна. Его как будто бы не видно. Посмотрите, какой нежный салатовый оттенок. Просто необыкновенный. Вот такой золотистый. Очень нравится мне винный цвет в этой линейке. Жалко, что я из всего не могу повязать. Насладитесь. Все-таки лето в самом разгаре. Конец еще не скоро. Многие планируют бархатный сезон провести, выгулить то, что навяжем летом. И вот этот коралл. Ну, просто чудо какое-то. Также красивый горчичный оттенок. Видите, какая линейка достойная. Но я попробовала топ. По-моему, точно так же я его назвала Glossy. Название своим мастер-классом я даю для удобства. Для того, чтобы мы с вами могли легко ориентироваться при общении. Кстати, на телеграм-канале у нас действует чат. Вступайте в чат, там вы можете размещать работы. Например, кстати, новые поставки бобинной пряжи Кьяра, Чара состоялись. И кто не связал булундер, жилеточку, сегодня одна из участниц, к сожалению, я забыла ее имя, разместила свою работу супер аккуратно, очень красиво, такого же бирюзового, приглушенного, сложного оттенка. Она связала вот такой летний жилет по моему мастер-классу, все три части на канале. И сейчас пряжа, из которой я вязала, она сейчас в доступе. Шикарная пряжа, очень интересная. Я вязала в две нити с буретным шелком. Так, далее, вы меня часто спрашиваете, из чего вязать юбки и брюки. Так, хочу брючный костюм на канале, не знаю, вот какой следующий совместник будет, может быть, брючный костюмчик, может быть, кардиган там один вам понравился, в общем, не знаю, я вся пока в размышлениях. Лен фреш,
посмотрите, на самом деле очень редко бывают поставки этого замечательного абсолютно льна. У него выработка оптимальная, ну, прелесть. Это 100% лен от Lana Gatta. Я постоянно публикую видеоролики от бренда с этими моделями для крючка, для спиц, для всего идеально подходит. И цветовая гамма просто прелестная. Вот этот оттенок манго чего стоит, да? Давайте посмотрим, какой цвет. Я не называю вам оттенки, но хорошие у нас в магазине фотографии. Вы все легко определите. 81-64. Нежный розовый барби. И в то же время лен. Круто, правда? Здесь спицы номер 3. И метраж тоже замечательный. 50 грамм 163 метра. Платье. Последняя медитация, тоже можно с огромным удовольствием вязать из этого льна. Оно будет вообще просто супер износостойким, красивым. Этот лен с легким блеском идеально подходит и для вязания платья медитации. Если вы еще раздумываете, не сомневайтесь. У меня два варианта, я даже жалею, что я розовый оставила в Турции. Ну ничего, буду там носить. Посмотрите, какие цвета. Классический Burberry 8899, оттенок натуральный. Многие предпочитают лен в натуральных оттенках, как и рафию. Рафия идеально сочетается со льном, лен с рафией. В общем, жалко, что из всего нельзя повязать. Так, если нам хочется блеска, если у вас нет ни одного моточка, всегда вам об этом рассказываю, замечательного, очень мягкого, тонкого, изобильного шнурочка New Glitter. 100 лет в обед, мы знаем с вами этот шнурок. Обязательно приобретите себе хотя бы какой-нибудь базовый оттенок. Вот, например, такое светлое золото. Да, не желтое, а красивое. Из этой пряжи можно вязать самостоятельно. У нее сумасшедший метраж. 25 грамм 300 метров. Представляете себе, какой метраж? Это идеальная добавка. Она абсолютно не колется. Очень мягкая, струящаяся. Видите, сколько там намотано. Это волшебная пряжа. Вы можете связать из нее целиком тунику пляжную и сверкать. Блеск в тренде. Вы можете ее добавлять, вы можете обвязывать, вы можете пускать ее какими-то полосками акцентными в изделии. Красивые цвета. Я не перестаю нежно-нежно любить эту пряжу. Какие-то вещицы в стиле Кучинелли. Тоже все запутанные узоры на телеграм-канале. Я сегодня Кучинелли собрала в кучу, схемы опубликовала. Поэтому не забудьте подписаться, чтобы мы с вами не потерялись. Еще одна новинка, которую я забыла. Я очень хотела в Турцию из нее вязать. Вот это красотища Мальта. Ну, это сама нежность. Посмотрите, какая фасонная пряжа. Это тоненький, мягкий шнурочек. Этот шнурок. Меланж. Метраж замечательный, вам тоже потребуется несколько моточков, поэтому получится бюджетно и роскошно. Какой-то легкий топ, маечку можно связать, например, платочной вязкой или простейшим ажурным узором с дырочками. Метров 50 грамм. Вот это мой любимый цвет. И как-то я забыла упаковку. Так, у меня ее уже утащили. Нужно будет вернуть. Я обожаю переливы розово-голубых тонов. Также есть вот такой оттенок. Какой-то, как перламутр у ракушки. Видите, здесь желтовато-розоватое что-то нежное переливается. Я бы назвала ракушечка этот оттенок. Сейчас я вам скажу, какой. 30723. Некоторые новые линейки я вам показываю. Вот эта линейка, новинка этого лета. Красотища для теплого цветотипа. Обратите внимание, что-то с чем-то. Это оттенок
Такой тигриный, спицы номер 4 нам, кстати, рекомендованы. 30726. Есть черно-белый вариант. Очень благородный, такой Диора, шанелистый вариант. Обычные свои стандартные формулировки я использую, но мне кажется, они достаточно образные, и вы сможете понять, о чем я говорю. Здесь можно связать что-то классическое. Например, юбочку и футболку без излишеств для любителей минимализма из этого оттенка. Хочется блеска, можно всегда добавить малюсенькие пайеточки. Тоже классика жанра. Они у нас есть, по-моему, и в бобинах. В бобинном варианте сейчас палетис. Тоже люблю нежно, использую, добавляю. Очень люблю вот эти темные цвета на черном, как смотрится. Мультиколор пайетки серебристые на сером, как луна. В общем, прелесть. Так, это про блеск. Ну, про блеск мы еще с вами поговорим сегодня. Есть новинка, которую я хочу попробовать. Вообще новинка-новинка. Вот такая пряжа Сицилия. Это синтетическая пряжа. Ну, синий цвет немножко пакет навевает, согласитесь. Но будем пробовать. Вязать сумки, конечно, всякие изделия. Вот тут вообще будет неубиваемое изделие абсолютно. Потому что, конечно же, это полиэстер 100%. 50 грамм 335 метров. Новинка для вязания сумок. Спицы номер 4. Но очень мягкая. Конечно, это не то, что вы подумали. Не то, что я сначала подумала, тактильно, очень приятная пряжа. Я думаю, она прекрасно будет держать форму. Будем пробовать эту новую линеечку. Так, что еще хотела вам сказать? Начатые проекты. Промо-ролик. Конечно, у меня нет никаких выкроек и никаких описаний, но по видеоролику от бренда из новиночки красивой пряжи «Шампань». Здесь просто все тренды в одном. И серебряные пайетки в форме капли. И такое металлическое ламинирование. Видите, как фольга приклеена. Вот такие букле красивые. Это очень мягко, не колется абсолютно. Поэтому я вяжу с оголенным плечом. Это очень быстрый проект, но я не успела его довязать. Он у меня остался в Москве именно из розового цвета. Я хочу такую же кофточку. Мне кажется, она очень-очень подойдет. Сейчас я вам ролик включу, чтобы вы поняли, о чем речь. Вот вяжу такую штучку. Посмотрели ролик, давайте посмотрим некоторые другие оттенки. Вот действительно шампань, оттенки шампанского. Это номер цвета 30557, но вы обязательно разберетесь, потому что там не так много цветов. Это новинка этого лета. Хотя пряжа, конечно же, больше демисезонная, зимняя, никак не летняя, но очень нарядная. Здесь вот такой замес, 16 махер, 35 полиамид, 25 акрил, 16 полиэстер, 11 металлизированная вот эта вот фибра. В общем, красота. Красота. Так, вот у меня есть незавершенный мастер-класс. Он у меня в отдельном органайзере. Обязательно его завершу, потому что здесь спицы очень крупные. Я вот помню, что я вязала очень крупными спицами. В принципе, вещица несложная. 60 метров, 50 граммов, спицы номер 7. Да, семерка, я и вяжу семеркой. Семерка идеально подходит к этой пряже. Далее у меня начато платье. Вот из такой прелести. Как раз в октябре, если полечу в Турцию, планирую, то довяжу платье-коктейль. Оно у меня так и будет называться. Коктейльное платье. Тоже меня вдохновил ролик. Очень мне нравится. С асимметричной линией низа. Ну, эта пряжа очень-очень красивая. Осенне-зимнего сезона, готовьте сани летом, я предлагаю вам запастись вот этой невероятной красотой. Здесь пайетки, хоть они очень-очень насыщенные, они утопают, они маленькие, в мягком шнурке, и они вас не колят, поверьте мне. Посмотрите, какие цвета. Я вам уже показывала, как это только весной, по-моему, вышла эта новинка. Особенно мне еще нравится белый цвет.
самый бомбический, на мой взгляд, сиреневый. Есть еще, конечно, голубой, но я очень много вяжу из голубого цвета, он мне идет, я немного от него устала. Есть вот такой ультрамарин, светящийся цвет, яркий-яркий синий, флуоресцентный буквально оттенок, тоже настоящий праздник. И благородство серого. Такие мультипайетки красиво смотрятся в серой дымке. Видите, я очень вдохновленная, потому что стоит замечательная погода в Москве. Так, дальше про блеск. Есть еще вот такой шнурочек с люрексом. Вообще столько линеек от Lana Gat, они нас радуют бесконечными новинками, поэтому можно наслаждаться. Что можно сказать, такого рода пряжа, это уже прям классика. Вот такие теплые воздушные шнурочки можно вязать из пряжи лаунж, свитера, кардиганы. Роскошные, нежные, мягкие, не будут колоть лоб, у вас получится шапочки, шарфы. Вот здесь насыщенный оттенок, терракотовый, красивый, богатый для осени. Мечта, цвет 3500. Все остальные оттенки, конечно же, на сайте нашего магазина. Еще раз хочу напомнить, что сейчас с оплатой не из России обязательно звоните, пишите нам в магазин. Есть варианты, мы отправляем посылки по всему миру. Особенно легко, с Беларусью вообще никаких проблем нет. Поэтому пишите. Украина, конечно, сейчас нет почтового сообщения, поэтому такой вопрос даже задавать не стоит. Посмотрите. А так по всему миру мы отправляем и в Америку, и в Канаду, и в Израиль. Есть варианты с оплатой. Посмотрите, 30495 оттенок. Оттенок мечты. Увядшая роза, пыльная. Сейчас более теплый, он холодный. У меня здесь теплое освещение, к сожалению, потому что стены теплые. Они солнышко отражают теплый цвет. Еще есть шнурочек восхитительный, тоже красивые лисьи оттенки. 30594. Называется Арикуипа пряжа. Здесь тоже интересный состав. Это тоже шнурочек, наполненный, конечно же, альпакой. И этот шнурок хлопковый. Если вы помните пряжу от Filtery Lab Calari, еще бренд Кутнорка тоже эту пряжу позиционировал. Это более экономичный тонкий вариант. Шнурочек потоньше. Восхитительный, теплый. Обожаю хлопковые шнурки с альпакой. Очень-очень теплые вещи получаются, практичные, красивые оттенки. Особенно мне нравится вот такой нежный-нежный синий. Так, есть еще линейка интереснейшая шнурка с меланжевым эффектом Венген. То есть просто пир души какой-то. Так, и мы с вами уже посмотрели, что у меня сколько проектов. Нет, еще один есть проект, тоже начатый. Есть еще вот такой хлопковый тоже шнурок. Я вижу, что основа — это хлопок мягкий и тоже с альпакой. Пряжа называется, даже не знаю, как это прочитать. Красота. Органический хлопок, да, я вижу сразу. И здесь меринос 18% и 12% бэби альпака. Меланжики. Все не обсудить. Вот такой более изобильный блеск спарклинг. Все новинки этого года, представляете себе. Как
жила Нагата, раскочегарилась, разошлась. Всегда мультиколор красиво смотрится на таких светло-серых тонах. И еще два начатыша у меня есть. У меня есть жилет, который я начала из пряжи Сен-Мориц. Вот это я не знаю, если вы не приобрели, это нечто. Одного мотка вам хватит, чтобы связать жилет. Это правда, и я вяжу жилет из одного мотка. Да, по-моему, я его привезла из такого самого красивого оттенка. Вот такой цвет у меня есть в упаковке Сен-Мориц. Что это? Это альпака ручного окрашивания с очень экономичным расходом, мягчайшая, можно носить на голое тело. Посмотрите, какой метраж. 100 грамм 580 метров. Спицы рекомендованы номер 4. У меня красивый и простой жилет начат с такими небольшими скрещиваниями асимметричными. Вот тоже начатыш. Шампань. Сен-Мориц. Вот такой цвет я вам еще не показывала. Красивый. Морские переходы. Тут такая пасма. Она мягкая-мягкая. Ее разматывать, распутывать, это какой-то отдельный вид удовольствия. Огромный кайф я получила. Эту пасму в огромный-огромный клубок. И еще я вам показывала пряжа идеальная для начинающих. Просто идеал для шалей. Вот сколько у меня шалей на канале, вяжите шали из пряжи Калгари. Пока есть все цвета. Помните пряжу Бернини, из которой мы вязали шаль Метаморфозы. Я же вам предложу скоро, вот третий у меня проект, это джемпер. Самыми разными узорами. И так как эта пряжа сама создает волшебные полосы, это 100% меринос ровница, то это будет очень-очень интересный проект. Это будет оверсайз, расслабленный свитер. Но вы можете вязать, вот я вам рекомендую, конечно же, аксессуары любые, особенно шали и палантины, а также любые там плечевые изделия. Вы можете вязать просто гладью. И у вас будут красивые-красивые, многочисленные, радующие вас полосочки. Так, еще в стиле вот таком изощренном, импрессионистическом. Видите, как подобраны цвета. Здесь вам не просто все цвета радуги, а вот такая осенняя гамма 30512. И это пряжа Davos. Красота. Приобретаете упаковочку такой пряжи. Ну, конечно, мы продаем не только упаковками, а все продаем по клубкам, но просто упаковка нужна, чтобы связать, например, не задумываясь, хороший комплект. Полноценную шапку и шарф или снуд к ней. И выбираете один из десятков, а может быть даже и 100 у меня мастер-классов по шапкам, дешарфам, дешалям. И создаете свой необыкновенный комплект к осени. Еще есть эта пряжа. Мне казалось, ее раскупили. Может быть, были новые поставки. Это такая красота. Пряжа Майорка. Взгляните, какие переливы. Вот как грамотно сделано, они в одном тоне переливаются. Здесь розовато-коралловые. А, Минорка, Минорка, а не Майорка. Майорка тоже есть. И Минорка у них есть, и Майорка, я уже запуталась. И Ибица моя любимая, скоро вас ждет мастер-класс. В общем, я вся в трудах. 30733, красота, это хлопок, по-моему, 100%. 280 метров, большие клубки по 100 грамм. Вязать можно все, что угодно. А, состав здесь вообще шикарный. 65 хлопок, 23 бамбук и 12... Seashell. В общем, какая-то волшебная штучка. Процентов.
а вот такие желтенькие солнечные варианты. Так, приобретайте. Вот это вообще обычно сразу быстро заканчивается. Вот это красота. Так что я вам еще не показала. В общем, обратите внимание на пряжу, на линейки, особенно новые, зимние, летние от Lana Gata. Это чистый восторг, поэтому я тоже вяжу из пряжи от Lana Gata, остановиться невозможно. Так, есть еще линеечка, вот такое Бормио, тоже новинка этого года. Это вообще как облако, мягчайший шнурок, у Drops, по-моему, Sky, что ли, есть такая текстура. Но этот шнурочек чуть крупнее, вообще какой-то необыкновеннейший. Какой здесь состав? Состав тут тоже, наверное, сложный. Из всего не повязать, но это прелесть. Очень мягкая. Для шапочек будет идеальный вариант. 36 шерсть, 27 хлопок, 10 полиамид. Вот такой сложный сочиненный состав. Будет и хорошо держать форму. Тоже для комплекта я вижу какой-нибудь шарф простым узором связать. У меня на канале полно вариантов. Вот такая еще линейка есть. И значит, получается, раз, два. Ибиц, это у меня будет третий. И четвертый, вот этот разноцветный из Калгари. Калгари, красота. Так что к осени запасайтесь неистовой красотой. Я в полном восторге от Lana Gata. И, конечно, сейчас в наличии все 100 цветов классического мериноса Lana Gata Super Soft. Все цвета есть, а там есть очень интересные, достойные оттенки. Еще не говорили мы с вами вот про эту пряжу замечательную. Майор, это вообще прелесть какая-то невыносимая. Все и не поговорить. Проходите на сайт магазина, читайте, у нас есть подробное описание каждой пряжи. А далее уже выбирайте оттенок и решайте связать какой-нибудь славный шедевр. А ссылки на пряжу от Lana Gata, почти на каждую линеечку, мы, конечно же, оставим под этим видео. Наслаждайтесь интересной пряжей, пробуйте что-то новое. Это вдохновляет. Ой, какой сиреневый цвет, красивый. И, конечно, не знаю, я уже в вязальных планах хочу закончить проекты и уже думать об осени. Я мыслями уже в осени. Почему-то, я не знаю почему. Напишите, как у вас. Вы вяжете еще летние вещи, только разошлись, либо уже мысленно. То есть я вяжу летнее, но мысленно я уже в осени. А, обещала же вам топ показать сейчас. Так, вот он, топ из пряжи Глосси. Со спущенным плечом, просто супер модель. Такой небольшой рукавчик, очень интересный, затейливый топ. Из льна с вискозой. Но что за текстура? Как драгоценность выглядит? А, кстати, о драгоценности. У меня здесь тоже маечка, ношу ее. Эта пряжа очень интересная, тоже мастер-класс по этой удлиненной футболке у меня на канале. Это от Шахенмайер, пряжа Риджада. И здесь вот такие интересные бумбошечки попадаются, но не регулярно по всей пряже. А видите, когда вы вяжете, у вас бывают секции без этих дождинок с люликсом, а потом идут размытые вот такими полосами. Сказка какая, да? Вот эти вот бумбошечки. Все мастер-классы по этим вещицам на моем канале. Тоже постараюсь оставить ссылки, если забуду, вы мне напомните. Все, целую вас, обнимаю. Если закроют YouTube, встречаемся в Телеграме и Дзен, все соцсети. Буду стараться вести, что же делать, что же делать. Все, пока-пока. Всего вам самого-самого хорошего, доброго. Берегите себя, желаю. Всех люблю, всех целую. Скоро увидимся.